Добрый день, друзья! С вами компания Boston Technic. Меня зовут Станислав. Сегодня представляем вашему вниманию резчик соломы компании Валагри 2001 года. Помещение тут темное, без света, поэтому попробуем посмотреть так. Техника в рабочем состоянии, работала мало. Буквально несколько сезонов, несмотря на год выпуска. Сейчас стоит без надобности. Давайте пойдем посмотрим. То есть загружаем сюда сено, тюки. Эта установка их режет и раздает уже непосредственно в телятнике. Так, марка. Фотографии у нас на сайте, поэтому смотрите по фотографиям. Кому будет интересно, можно будет сделать более подробный видеообзор.